цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Пол, собираюсь маме, мамочку уже к сентябрю, да, как всегда я это делаю, отправить в санаторий. Ну, естественно, да, это будет Подмосковье, причем такая достаточно дальняя. Погода будет меняться, она говорит, дочь, так что же мне тогда за верхнюю одежду выбирать? Вот, Микол, ты мне предложил сегодня нашу куртку Изабеллу. А почему я ее предложил? Потому что она очень универсальна, она очень миниатюрная по своей фасону. Достаточно тонкая, но при этом она супер теплая. И плюс первое ее самое главное, это непромокаемое волокно, материал. Да, и давайте мы как раз-таки это все сейчас сразу и же? Покажем. Слушай, это очень, кстати, на злобу дня, потому что сегодня в Москве целый день льет дождь. Смотрите, я возьму салфетку, я сейчас ее вложу в зону рукава, чтобы вам показать эффект, да, вот, то есть мы представим, вот я ее вложил, то есть я держу. Пулевизатором я работаю на ней влагой, то есть смотрите, с гуси вода происходит. Просто она скатывается, да. То есть мы ее стряхиваем, она так у нас, видите, идеально уходит даже еще раз. И смотрите, что я делаю. Я достаю отсюда салфетку, и она полностью сухая. Идеально. То есть она не промокает. Это действительно позволит вам себя чувствовать комфортно и легко. За счет своего дизайна и достаточно рельефных выточек ваша фигура будет правильно прилегать. Это тот эффект, когда пуховичок не расширяет вас. И плюс, конечно же, попадая под дождик, вы будете себя чувствовать комфортно и не промокнете. И, безусловно, она сжимается до таких размеров, что вы можете ее уместить даже в свою дамскую сумочку. Ой, вот такие куртки я обожаю. Причем в одном из самых известных магазинов, не буду раскрывать все секреты. Да, и одна из японских брендов, которые очень популярны. Сколько мы с тобой видели? 4-5 тысяч рублей. А у нас 1999. Обожаю такие курточки, легкие, удобные, с собой куда-то в поездку. Да и вообще, в принципе, она такая легкая, что с любовью я бы носила ее, наверное, даже под верхнюю одежду зимой. Да, и давай поговорим о цветах, потому что здесь очень красивая и богатая палитра классического цвета. Да, у меня в руках сейчас бирюза, которую мы тестировали. Дальше идет коралловый цвет. Он еще называется живой коралл и является одним из самых популярных оттенков на подиуме сейчас. Следующий идет горчичный цвет, зеленый цвет, ой, какая мягенькая, травянистый, синий цвет. Я для себя уже выбрала для себя сиреневый. Да, выбрать сиреневый цвет. Причем мне очень нравится, что я вот такой легкий, скажем так. Да, он получается как жакет, только дутый при этом. Отлично, причем легенькая, невероятно. И уже чувствую, что теплая. Это бренд Благов, наш любимый. Скидка 1000 рублей. И значит, у нас скидка здесь составляет до 50%. Точно то, что нужно, потому что это верхняя одежда, куртка, которую мы уже сейчас будем носить, а потом, скажем, несоответственно. А потом мы еще можем раскрыть такой секрет, когда, например, у вас есть любимое пальто, и вы его любите носить, но уже начинается минус температуры, и вам в нем холодно. И, к сожалению, приходится его отодвинуть в шкафчик. Это как раз-таки есть возможность вот эту курточку пододеть под свое любимое пальто. Вы не будете себя увеличивать, но при этом вы добавите себе тепла, и уже можете даже минус 20, минус 30 переносить. Ой, вообще так обожаю, да, кто бы мог подумать, что с таким вечерним, буквально нарядным платьем я смогла бы надеть куртку, а это значит, даже если погода будет меняться, такой куртки, красотки мои любимые, вы никогда не останетесь незамеченными. Посмотрите, какая яркая у нас сейчас Вита, ты просто сказка, ты как солнышко сейчас. Для наших телезрителей я выбираю такой нежный сиреневый оттенок, цвет счастья. Алина, посмотрите, наша дорогая любимая красотка. Кстати, Алина сочетает вместе с водолазкой Анной, которая стоит 999 рублей, и с брюками. Вот обращаю ваше внимание, отличный вариант, кстати, джинсов, да? Вот такой ты образ подобрал. Да, эффект джинсов стрейч. И вот эта курточка, как раз, которую мы туда добавили. Кстати, брючки стрейч, Алина говорит, и смотрите, самое главное, о чем я говорил, да, если вы имеете свое любимое пальто, но вам холодно, когда уже наступает минус, то эта данная курточка не только будет верхним изделием, но уже будет той самой теплой жилеточкой, да, или джемпером, который мы привыкли пододевать под пальто. Мы, к примеру, добавляем сюда такое более прохладное пальто, о котором мы тоже сегодня поговорим и покажем его это. И смотрите, у нас получается красивая комбинаторика за счет цвета, да, мы коралл соединили с сосновой. У нас получилась, смотрите, непродуваемая часть, вам будет
здесь открыто, и вы понимаете, что вас не продует. И при этом вы придали этой курточке спортивности, вы ее сделали элегантности. То есть такой must-have дизайнеров – многослойность, но многослойность, которая не делает из вас капусту. То есть смотрите, вот сейчас вы видите куртку «Счастливый день» или «Счастливый вечер», да, который «Счастливый день», который представлен на Алине. Благодаря нашей курточке Изабелла, которая является как бы как подкладкой такой теплой, да, вы можете такой образ носить даже, когда на улице холодно, уже поэтому я прям рекомендую это комплектациями брать. Отличный вариант, просто сногсшибательный, девочки, торопитесь. Две куртки, которые вы носите по отдельности и совмещаете их вместе, когда наступает минус 20, минус 30 градусов. Итак, я просто напомню, сейчас многие наши телезрители просто в шоке от цены. 1999 рублей. Скидка во время прямого эфира 1000 рублей. Вы знаете, она такая легенькая, она такая просто невероятная. Я думаю, если бы даже я поехала куда-то, к примеру, знаете как, ну, командировка, да? Вот часто что у нас бывает? У нас просто вещи не помещаются в нашу маленькую сумочку. И вот так вот я сложила сейчас эту курточку, при том, что, смотрите, есть возможность, да? Раз! Вуаля! И эта куртка ни в коем случае не помялась. Это идеальное решение для вас. Она легкая безумно. Вот это те вещи, которые обязательно должны быть в нашем гардеробе. Слушай, а она согревает? Что-то мне прям как-то жарко стало. Да, безусловно, согревает. Здесь за счет материала, который идет поверхностный, он пропитан для того, чтобы это был эффект сгуси вода. То есть вода не поступает. Угу. Внутри у нас находится синдипон, или его еще называют синтетический пух, который позволяет курточке быть при этом тоненькой, но при этом согревающей. То есть обратите внимание, смотрите, насколько она тонкая. То есть даже сантиметра нету ее в разрезе, но при этом эта куртка выдерживает даже до минус 10. Даже до минус 10! Вы можете похвастаться? То есть это ветровка и уже такой, знаешь, первичный пуховик, который начинается в сезоне. Вот ты знаешь, я хочу сейчас обратиться к нашим телезрительницам. Дорогие мои, а вы можете похвастаться красивой, яркой курткой, которая бы согревала вас даже до минус 10? Знаешь, как правило, когда холодно, что мы надеваем? Серое, мрачное, черное, да, то, что совершенно, да, не выделяет нас, что называется, из толпы, но при этом то, что согревает нас. Смотрите, пожалуйста, у меня сейчас вот она, моя дамская аккуратная сумочка. Я ее раскрываю, вы видите, что она совершенно небольшая. И при этом, что вы думаете? Я достаю курточку из этой сумки нашу куртку, а это значит, она совершенно практичная, она помещается даже в вашу сумочку. Она яркая, она красивая, она с подкладкой. Это бренд Благов, поэтому торопитесь выбирать. Мне кажется, нужно даже несколько выбирать. Да, потому что вы действительно будете себя чувствовать комфортно. И обратите внимание, европейцы очень часто используют именно такие куртки-ветровки, именно для ношения, как базы для работы. Она элегантно смотрится с классическими юбками, с джинсами, угу, с классическими брюками. И, как мы уже посмотрели на нашей Лене, с вечерним летящим платьем эта курточка смотрится тоже достаточно дополнительно и элегантно. И, как я уже говорил, здесь идут у нас выточки рельефные, вот как раз они и позволяют пуховику не делать нас объемными. Они полностью прилегают по фигуре и делают ее элегантной и приталенной. Вы знаете, вот сейчас даже подсказывают наши продюсеры, что звонят операторы колл-центра, передают сегодня отзывы. У нас раньше куртка Изабелла была представлена до 60 размера. Вы знаете, нам так приятно сейчас, что вы оценили. Мы специально, зная фигуры наших красивых женщин, отшили 62-й и 64-й размер. Это что-то невероятное. У меня просто у мамы 56-й размер. Я знаю, что это бывает крайне редко. Верхнюю, хорошую, добротную, легкую, теплую одежду найти в таких размерах. Вы знаете, выбирайте, девчонки. Носить будете сейчас, осенью, зимой, под дубленочку можно, да, надеть. Мы вам это продемонстрировали. Ну а потом весна, самое прекрасное время года. Торопитесь, пока скидки достигают 70%.